покажу вам, как резины заменить жим гантелей или жим штанги. Просто, если у вас есть такие ручки, можно прицепить к резине ручки. Если нету, ничего страшного, можно работать и без ручек. Но у меня есть, я поэтому сделаю с ними. Очень удобно. Встаем на резину также. Все, взяли. Вот сюда вот, между большим и указательным пальцем одели ее. Хоп, и все. И у вас будто в руках или гири, или гантели, или штанги. И все, и работаем. Раз. Очень хорошо чувствуется передняя дельтовидная мышца. Причем, знаете, если пустить не спереди их, а сзади, вот так вот одеть на ладонь, вот так вот сделать и сзади, то немножко вектор нагрузки меняется. И здесь уже очень хорошо у вас будет включаться и средняя дельтовидная мышца. Можно работать поочередно, что с ручками спереди, что с ручками за спиной, можно делать поочередно. Такой режим статики-динамики, когда у вас одна рука в статическом напряжении, другая рука будет в динамическом напряжении. Хотя, по сути, работая с резиной, у вас все время находится, вы находитесь в статическом напряжении, когда не находитесь в динамическом, вот так. Потому что здесь, даже в самой нижней фазе, вот она, если есть натяжение, все, у вас мышцы включены. И вот когда вы работаете, здесь не получится, как с гантели, положить на плечо руку и отдохнуть. Здесь такого не получится. Резина, она все время держит вас в напряжении. И это несомненный плюс. Вы закисляетесь гораздо лучше. И что сзади, что спереди. Можно работать хоть поочередно, хоть двумя руками. Плечи отстегиваются. Работайте, друзья, и будут у вас вот такие мощные, да даже мощнее дельтовидные мышцы.